Спасибо большое, Роман и Витебск КОМИ, которые выступают партнером и соорганизатором нашей лекции. Вообще, это лекции, которые проходят в рамках проекта «Европейское кафе», интернет-журнала «Новая Европа». Вот скажу вам по секрету, наши лекторы все хотят приехать в Витебск. Хотя мы не очень часто к вам приезжаем, но когда мы спрашиваем, привозим кого-то в Минск и спрашиваем, куда бы вы хотели поехать, все сразу говорят «Витебск». Шагал, Витебск, хотим только туда. Так что я надеюсь, что мы и дальше будем к вам приезжать. Такой спрос на Витебск есть. И у нас сегодня лекция Гинтаса Мажейкиса. Вчера он выступал в Минске, была очень интересная лекция. Я тоже была очень персонально воодушевлена, и публика была у нас большая в Минске. И Гинтас является доктором философских наук, профессором, заведующим кафедрой социальной и политической теории университета Витусетес Великого из Каунаса, руководит магистерской программой «Социальная и политическая критика», а также исследовательским кластером «Практическая философия». Он автор 6 монографий и в настоящее время занимается созданием исследовательской группы «Критическая теория исследования» и проектом, связанным с последствиями ритуальности и схематизма советского мышления. Как я вчера уже говорила в Минске, вот мои литовские друзья говорят, что Гинтас просто яркий, выдающийся интеллектуал, которого все в Литве знают, и у нас есть возможность с ним познакомиться и в Минске, и в Витебске теперь. Вот, и у нас продолжение темы, немножко другой разворот темы, с которой мы вчера начали говорить, это проблема гуманизма, что вообще происходит с понятием гуманизма, с феноменом гуманизма. Вот в этот постсоветский период, после Холокоста, сегодня будет тоже несколько другой разворот, но вот этой проблемы изменения, трансформации гуманизма, и в частности в постсоветском пространстве. Ну и прежде чем дать слово, хочу сказать, что мы будем благодарны, если вы заполните наши анкетки. Подарок вот вам ручки и значки за заполнение. И если есть кто-то из журналистов, всегда просим ссылаться на Европейское кафе как организатор. Ну и у нас где-то 40-60 минут лекции, потом возможность для обсуждения. Надеюсь, что лекция обсуждения будет очень интересной. Спасибо, Ольга. Здравствуйте. Я, извините, буду читать вам, не читать, вот рассказывать, но сидя, мне легче сконцентрироваться. И лекция это сегодняшняя ничего не. В принципе, вообще не будет повторяться с вчерашней в Минске совершенно. Так что если тема похожа, так что если те, которые хотят узнать, что было в предыдущей серии, смотрите онлайн. Но можно и вообще не обращать внимания. Каждая серия отдельно. Вот. Сегодня я хочу поговорить о некоторых таких вещах, которые, надеюсь, раскроются в конце моей лекции. Я хочу начать с времени. Обыкновенно сегодня я буду больше внимания уделять публичным пространствам и публичным событиям, и как публичные события влияют на становление человека человечного, homo humanus, поскольку и Хайдеггер, и Сартр после Второй мировой войны и многие другие их последователи потом обсуждали или критиковали, или реагировали на постановку вопроса, что такое гуманизм. И этот вопрос возник у многих мыслителей того времени после Холокоста и особенно обновился уже после ГУЛАГа. И поэтому этот вопрос, что такое человечный человек после Холокоста и после ГУЛАГа, он ставится особенным образом. Но я не хочу говорить ни о Сартре сегодня, ни о Хайдеггере, я не буду говорить о ГУЛАГе, просто начну с двух таких мыслителей, которые вот Ханна Арен, ее тут работа не очень видна, он «Revolution» о революции, и другой Антония Негри «Время революции». На эти работы я мог бы как бы и не сослаться, но Ханна Аренд, следуя критически, очень критически своему учителю Мартину Хайдеггеру, она после различных там
экскурсов о Холокосте, об Эйхмане, о банальности зла или сложности в других работах зла. Тем не менее, вдруг написала такую работу, которая довольно маргинально выглядит ее, среди ее сочинений о революции, и тем более, о чем она там пишет. И там некоторые главы, одна глава посвящена Советам и 1905 года революции, революции в России. Она эту, и разбирает она очень интересную вещь, каким образом и чем отличаются Советы 1905 года и Советы Кронштадтского восстания от большевистских Советов, уже не углубляя, что такое Советские Советы. И она обнаружит очень такую интересную вещь, которую потом, не ссылаясь на Ханну Аренд и совершенно в другом смысле, но опять же, дискутируя с Хайдеггером, поднимает итальянский левый такой мировой сейчас известности философ, революционер Антонио Негри. Это о том, что, каким образом творится время и кто является конститутором, то есть создателем времени. Время, в отличие от Иммануила Канта и всяких физиков и Аристотеля, это предполагается, что время человеческого бытия не дано. Время человеческого бытия мы раскручиваем сами, или какие-нибудь институции или государства это наше экзистенциальное время раскрывает за нас. Время состоит только из событий. И события, время не имеет часов, часами время не мерится. Время мерится событиями или событиями нашего сердца. То есть те большие события, отрицательные, положительные, они прокладывают колею нашей памяти или борозды нашей мысли. И время бороздит наш язык вместе с нашими мыслями и бороздя раскрывает просветы бытия, да, по Хайдеггеру. И поэтому время не дано, время все время возникает в поступках. Оно ничего общего не имеет с часами и вообще ничего общего с оборотами Солнца вокруг Земли или наоборот. То есть оно никак не связано ни с какими планетами, ни с какими божествами, богами. Оно не связано с ничем, кроме ритма, кроме тех, кто устанавливает ритм и события нашей жизни. И вот все время идет сражение за время. То есть кто установит время наших процессов и ритм нашей жизни. Однажды в Соединенных Штатах я был по очень интересной такой программе по социальной работе и ездил по таким городам, типа Детройта, но еще меньше, как Трентон, там, где безработица 70-80%, и где только какие ремонтные мастерские иногда устраивают по государственным программам афроамериканцев на какую-нибудь работу. Там власть, везде преступность. У меня вот такое случилось возможность поездить и посмотреть на абсолютно отсталые районы и как они работают. И вот один из мастеров мне говорит: знаешь, самая у нас большая проблема вот в чем, когда мы приглашаем людей работать, а вы знаете, что они никогда не видели часов, и они не знают, что такое часы и порядок. А я спрашиваю, как же они живут? Они живут в стиле рэпа, говорит, и по времени своего сердца. Они вот, когда вот любят и ненавидят, или что-то чувствуют, они думают, что можно идти работать. А такого понятия, что пробили утром часы и нужно идти работать, вообще-то несуразница. Невозможно так делать. И поэтому я, говорит, вот бывший морпех, учу в первую очередь их познавать часы, ритм. То есть навязывая некий режим. Но тем не менее, конечно, там никакой философии не было, но то, что говорит Ханна Аренд, что она говорит о том, что время у нас крадут различные институции.
Время крадет школа, время, режим свой устанавливает работа, свой режим устанавливают супермаркеты, и еще один другой режим общественный транспорт. И когда множество институций навязывает нам режимы, тогда мы отчуждаемся от времени, и время кажется, что нам не принадлежит, а время мы можем измерять часами. Вот что такое, сколько у меня времени, вот, говорит, столько, сколько на часов там палочка сдвинется на несколько пунктов, на два часа, говорим. В принципе, это такое время, которое нам уже не принадлежит, и мы ничего не можем с ним сделать. И Ханна Аренд говорит, вот время, и после Второй мировой войны все забеспокоились о том, что время навязывается не только институциями, но и оправдывается большими рассказами. То есть, почему мы должны утром вставать в школу ходить, рано утром, да, дети, потому что ты будешь умным и космонавтом, да. И что, то есть, навязывается некоторый большой рассказ. И тогда этот рассказ оправдывает насилие каждодневное. И это оправданное каждодневное насилие считается, и родители говорят, и мы так делали, и наши отцы делали. А потом некоторые приезжают завтра, говорят, а вот знаете, в Дании так не делают, а там живут по ритму сердца школьники. Да это совершенно ерунда, что как это можно по ритму. И не учит того или другого, потому что это совершенно не нужно для того, чтобы ты стал великим человеком, чтобы ты учил репрессивные различные предметы. Но это очень трудно понять, каким образом это происходит, и не превратиться в это в Соединенные Штаты, в Трентон, где афроамериканцы не знают, что такое часы, и не работает 80% населения города. То есть совершенно непонятно, что с этим делать. Но вот, когда возникают первые советы рабочих, это в восточном, на востоке, извините, на юге Урала, первые рабочие советы, на которые потом Ленин ссылается, как, например, большевикам новой власти, они возникают ничего общего, не имея ни с какими социал-демократами, большевиками. Это просто советы протеста или советы советы по борьбе за рабочие права. Это такие профсоюзные советы. И они, вот эти советы, в первую очередь, борется за то, чтобы изменить время. Если в первую очередь нам кажется, что это изменить время, меньше работать. Но не только меньше, не 16 часов работать, а работать там 8, чтобы рабочий день длился меньше. Но вместе с этим и о распорядке, и о ритме они говорят работы. То есть они в первую очередь обеспокоены возможностью самим управлять и направлять это время, чтобы это время им больше принадлежало, и никакие партии и никакие политики бы не совывались в ихнее время так, как они на заводе, на предприятии его организуют. Как я говорил, среди первых советов не было вообще никаких большевиков, ни социал-демократов, поэтому никакой идеологии сначала не было привнесено. И поэтому рабочие, они, не зная никаких капиталов Маркса и не читав никаких политико-экономических трудов, они воспринимают время так, как они его чувствуют. И они чувствуют, что вот это время неправильно распределяется и творится, что его можно по-другому делать, и они, первые их манифестации являются о конституции времени. Таким образом можно конституировать время. После этого возникает, вы знаете, уже в 17-м и после 17-го года конфликт в советах. И тут сейчас я кончу эту историю советами. Мне очень одно время интересно.
Вот после Ариант я заинтересовался историей советов и решил найти среди советских книжек хорошие книги про советы. И уж Советский Союз, значит, книг должно быть про советов сколько угодно, да, и более-менее философских. Я потратил большое, огромное время на поиск книг. Там было все, что угодно. Советы в Узбекистане, советы в Литве, советы в Беларуси, как они распределены, каково отношение власти коммунистов и советов. Но что такое советы, ни одной книги не было. Вообще нету книг про советов. Есть книги про подчинение и власть, взаимоотношения власти, иерархии власти советов, отношения там республиканских и местных советов, что, о чем угодно внутри советов, кроме того, что означают эти советы. Кроме этого, период истории о советах с 1905 до большевистских советов, примерно, который возникает 1918 год, очень туманен. А, естественно, о Кронштадте и о других восстаниях вообще там упоминается только вскользь. Но если взять, например, книгу, выпущенную Кронштадтским восстанием в 1921 году, Кронштадтское восстание – это восстание тех матросов, которые участвовали, делали и принимали самое активное участие в революции 1917 года, они не были движущие силы, они вот делали восстание против большевистского правительства, и основным их лозунгом был «Советы без большевиков». И наоборот, лозунг Ленина был «Советы только, советская власть только в том случае, если большевистские советы». И этот конфликт продолжался примерно с 18 по 21 год, и были восстания в Москве, на Василеостровском районе Петрограда, и самые знаменитые Кронштадтские восстания именно на основании советов. И в Кронштадте тоже были советы. И Петриченко, матрос-руководитель советов в Кронштадте, он после этого он отступил вместе с какими-то там матросами через лед в Финляндию, он написал об этих советах книгу. И он сравнивал в этой книге советы Кронштадта с питерскими и петроградскими советами 18-21 год. И он показывал, чем мы занимались без большевиков и чем занимались советы с большевиками. Там огромная, конечно, разница. Эта книга, естественно, никогда советской власти никак не издавалась, но в принципе она доступна, Петриченко. Вот. И после этого уже там о том, чтобы советы создавали какое-то время, временные процессы, время события, публичного события, речи уже и не идет. Но вот в этой всей истории, что очень важно, что эти рабочие, Ханна Арендт отмечает, что при своей борьбе за время, они отмечают, что это время, борьба за время, управление Конституцией, творение времени, означает для них также их достоинство. Что такое достоинство для рабочего? Это не то, что он утратит работу, рабочий приобретает собственное достоинство через работу. Но дело в том, что он приобретает это достоинство не просто через работу, а через распоряжение временем в этой работе, что не ему накладывает режим какой-то особенный, а они сами договариваются и кооперируют собственные навыки и кооперируют свободно. Навыки свободно для того, чтобы развить это производство. И Ханна Арендт отмечает, что вот относительно немного в то время мыслителей поняли о важности кооперации способностей, что через кооперацию способностей, аккумуляцию способностей начинается развитие человеческих вообще способностей, и это кооперативное или советское творение управления собственным временем. И тогда не один человек творит свои события жизни, как у Марселя Пруста, но мы коллективно, группой творим события своей жизни, эти события нашей жизни
становятся главными событиями нашего общества, наших общин и наших городов. И в таком плане она прочитывает вот эту историю. Но однако она, Ханна Аренд, в другой работе, которая называется наверное, состояние человека, да, условия человека. Условия человека, и как его приводится? Вообще о деятельной жизни. О деятельной жизни, да, да, да. Вид актива, да. О деятельной жизни, вид актива и других возможно перевести как условия человека. Существование человека, поскольку это книга о гуманизме, и это как продолжение, совсем совершенно другое прочтение проблематики гуманизма, и там оговаривается вот что, что вот это свободное творение времени возможно только как такая активная жизнь, которая происходит обязательно в публичном пространстве, в таком публичном пространстве, которое доступно нам всем, и что это публичное пространство, в котором возникло публичное пространство, создает место или дом публичного времени или публичного события, где это все может происходить. Но само по себе публичное пространство, оно не является еще достаточным для вот происхождения мною оговоренных событий времени и событий нашей жизни, и ритмов, и режимов, и дисциплин нашей жизни. Ведь из времени возникает и дисциплин, режим, дисциплина, присмотр, досмотр и всякие другие вещи, которые являются процессуальными, а не пространственными. И поэтому насилие, оно временно, а не пространственно. Оно находит только свой дом насилия. Например, строится ГУЛАГ как место насилия или пространство насилия. Вот. И в таком плане она говорит, что существует множество пространств, которые не в состоянии вот этого вместить и сохранить публичных событий жизни. Первым из таких пространств, которое не может, не в состоянии уместить вот этих публичных свободных событий нашей жизни, является хозяйство. В нашем хозяйстве, вокруг нашего хозяйства, первый ойкос, возникает в первую очередь подчинение и рабство. Подчинение самое различное. Женщины подчиняются своим мужам, в семье подчиняются рабы, относительно могут подчиняться ремесленники и другими образами, и другие типы подчинения. Поэтому свободное пространство и события жизни, они не возникают в этом ойкос, в хозяйстве, или им там трудно возникнуть. И, по крайней мере, они не имеют общественно-политического значения. Впоследствии, через развитие вот этого ойкос, и ойкетес превращается, в конце концов, в заводы и рабочих, которые уже в состоянии пытаться в этом вот индустриальном обществе, в заводском обществе, все-таки приобрести, установить какой-то порядок, который преодолеет вот это рабское подчинение и ритм, режим жизни, что в принципе и сюда можно принести какие-то начала и какие-то возможности. Антонио Негри, который вот в данное время, в 70-е, 80-е годы прошлого века в Италии, в различных других странах занимается революционной деятельностью, следуя франкфуртской школе, он тоже думает, что не только среди рабочих, как пролетариата, но среди всех трудящихся, имея в виду любые трудящиеся, в том числе и креативный класс, может возникнуть революционные группы, то есть те группы, которые в состоянии, и в этой книге вот о времени, Time of Revolution,
Он говорит, что они ровно таким же образом в первую очередь творят свой ритм и свое время, экзистенциальное время, поскольку свобода и есть свобода творить свое собственное событие жизни, экзистенциальное событие жизни, исхождение, делать собственные процессы исхождения из нынешнего состояния, и каждое такое исхождение из нашего состояния является свободным исхождением. Но чтобы оно было эффективным и принятым обществом, оно должно быть кооперативным. Отсюда опять же те же самые советы, советоваться друг с другом. Это кооперативное совместное исхождение, оно в состоянии творить новые города, новые площадки для нашего творчества, для нашего делания и для нашей активности. И по этому поводу Негри критикует и Канта, и многих других философов, которые рассматривают вот время как некоторую данность и сразу его отчуждают заранее, отчуждают или абстрагируют, как, например, Иммануил Кант абстрагирует, что никакой экзистенциальности, в принципе, там не остается. Но дело в том, что тут Мила Ванджилос и другой вот Михаил Васлинский, они написали, друг Джилос, Милован Джилос, это была правая рука Бростито. Бростито, он в партизанское время в Югославии тоже руководил совместно с Бростито партизанскими отрядами. Встречался несколько раз с Сталином и был вообще любимчиком некоторого Сталина, а последующий, не знаю, что там, и когда там что-то случилось, на это похоже, он почитал книги Альбера Камю и поссорился с Бростито, его там послали в Голи Отак, такую югославский гулаг, остров. И он там очень долго сидел и писал диссидентские книги, а потом эмигрировал. И вот он написал первую книгу о возникновении нового класса. Какие-то зачатки у позднего Троцкого уже можно найти о новом классе, но в полную меру книга о новом классе, номенклатуре, что было после названо номенклатурой, написал Милован Джилос. И он как раз и описал то, что номенклатура крадет время. Оно устанавливает нам свои режимы, ритмы жизни и порядки. Естественно, все это происходит через порядки и иерархии. А Михаил Васлинский, он просто попытался показать о том, как исчезает. Он вообще написал книгу, очень толстую книгу о номенклатуре, советской номенклатуре. И среди прочего, огромного прочего, он рассуждает и о том, как исчезают события жизни в номенклатурном мире. И, например, номенклатурным переворотом и революцией он считает захват Брежневым власти при устранении в 64-м году, там, осенью 64-го года при устранении Хрущева. В принципе, все прошло мелким замечанием в «Правде», что вот прошло Политбюро КПСС, и что ЦК Политбюро, и что вот это ЦК Политбюро решило отстранить от власти по личной просьбе, согласилась с Хрущевым, с его просьбой о том, что устраняет его от власти, и что-то там, и он там исчезает. Это такой тихий, но огромный переворот, когда вместо харизматического лидера и лидеров до этих каких-то авторитарных приходит списки, список и порядок отношения людей, которые имеют право распределять и направлять что-то. И те люди, которые не соглашались с таким присмотром и установлением режима, номенклатура вводит новую такую вещь, которая появляется именно в брежневское время и развивается, это психиатрические клиники. Тем, которые не воспринимают новый ритм жизни и пытаются жить другим ритмом жизни, богема, например, она сразу преследуется как неработающая нигде или
они вообще не понимают вот этих социалистических соревнований и других вещей. Но самое важное, что это время, в принципе, почему я на него и указал, это время подлога. Подлога – это значит, что постоянно говорится, например, о советском времени, о времени революции и о чем-то очень-очень важном, но как только это проговаривается, сразу подкладывается, происходит подлог, и что-то, нечто другое случается. То есть как бы всем говорят, вот мы хотим все освободить Анджелу Дейвис, свободу Анджелы Дейвис, но в принципе свобода Анджелы Дейвис означала в то же самое время, что никаких свобод, например, советским диссидентам или там Сахарову или что-нибудь другому не будет. Постоянно происходит подлог. Подлог как то, что утаивает время, как бы провозглашается некоторое событие и немедленно происходит подлог этого события. И через подлог утаивается время. То есть не только режим, но идеология работает не только в циничном режиме, но вместе с ним и через дискурсивный нарративный подлог. Подлог времени, и общество учится подлогу. То есть так, такому двойному сознанию, которое вот у одних есть двойное сознание, у других нету, прищур там глаз подлог везде, подлог, который прокрадывается потом в заводы и прокрадывается в различные институции. Та институция, когда какой-нибудь там лидер говорит, вы должны сделать за такое-то время что-то там произвести, и поскольку никто не может чего-то произвести или все равно не сделает до конца то, что обещали в соцсоревновании, там построить в 3 раза быстрее, чем до этого, поэтому подлог становится необходимостью. И этому подлогу учится все общество. Этот подлог воспринимается как само собой, когда говорят ему, ты должен то-то сделать, а потом приходит, ты что, не понял, что в принципе делать всего-то и не надо было. Нужно было просто сделать подлог. И когда ты делаешь подлог, ты получаешь необходимый в конце результат, и всем хорошо. Мы же не требуем от тебя настоящего сердца. Возможно, у тебя нет, но нужен подлог. А подлог — это чуточку другое, нежели театр и спектакль. Обыкновенно, когда интерпретируется там западное общество, оно оговаривается как вот общество спектакля, где все изображают нечто. Но и производятся товары действительные, а тут делается подлог. В это общество подлога, оно обуславливается обществом и номенклатурой. И время тоже подложено. Не настоящая любовь, а любовь, которая была подложена, подлог любви. Не настоящее событие жизни, а подлог. Я пошел на митинг. Этот митинг был подлог, а не митинг. И публичное пространство тоже подлог. Что такое публичное пространство, и митинги должны были быть везде. 1 мая, да, там 7 ноября на октябрьских праздниках, различных других событиях. Но вместо вот этого публичного события, где мы творим собственное время, происходит подлог этого времени. Оно как бы все случилось, и все есть, но и как бы и вообще ничего нету. Да? Мы сходили на митинг, но митинга в действительности не было, был подлог митинга. Сделали демонстрацию, да, но демонстрации-то в действительности не было, был подлог демонстрации. Можно сказать имитация, но имитация, это мимезис, это слишком хорошо для таких вещей. Но впоследствии, чтобы я хочу дойти до постсоветского времени, что в принципе, что вот эта приватизация, она не происходила как свободное творение времени,
происходило именно как еще одна кража времени. И во многих странах, в том числе, например, в Литве, это проявилось как корпоративная агрессия. То есть какие-то группы людей захватывают огромные заводы. Например, кто-то знает, что нужно и каким образом можно через вот эти бонусы, которые каждому, чеки какие-то, которые даются, что ты можешь купить химический завод, стать акционером химического завода. Но в конце концов никакого вот такого советского типа приобретения, что у всех рабочих есть акции химического завода, не происходит. В конце концов они утрачивают любую возможность любой собственности, и один только или несколько людей берут в собственность огромные заводы. А гражданская пассивность при этом проявлялась полностью, потому что она отсутствовала уже после кронштадтского восстания, и никогда она ни в чем не проявлялась, и никто даже не имел в виду, что каким-то образом во время собственной жизни можно творить. Оно творилось иногда, но осознание этого конституирования времени не происходило. Поэтому довольно быстро обнаружилось, что люди с удовольствием занимаются самоподложенностью. Тут очень интересная такая оговорка существует, что субъект вообще является вообще субъект это производное от греческого hypokeimenon, это то, что лежит в основании, или то, что можно положить в основании. Но положить и подложить. В принципе, подлог – это подлог под основание. Вместо твоих корней ты имеешь всегда подложенность туда. И каждая группа, какие-то группы людей все время до этого пытались подложить под тебя основание, национальное, классовое или любое другое. Но люди научаются таким образом, что они сами с удовольствием начинают производить подложенность собственной жизни, то есть не производит таких событий времени, которые бы высвечивали как некую перспективу и прошлое их жизни и придавали бы смысл жизни через эту активность. Но самое интересное, самое страшное, я не собираюсь комментировать сегодня и не буду обсуждать украинские события, но просто я услышал после Крыма вот такую, еще до всех луганских и донецких событий, когда вот там определенные группы украинцам говорили, это цитата от них, «Мы заставим учиться вас убивать». Вы вот не убиваете, а мы заставим вас научиться убивать. И это общество прошло такое странное развитие от подложенности жизни, когда им все время что-то подкладывают, а они за это голосуют с удовольствием, до того ужаса, что вот от этой потемкинских вечных деревень, они сразу из потемкинских деревень идут убивать. То есть не имея никакого такого особенного события в жизни. В отличие от этих советов 1905 года, когда вот рабочие, они вот борются за распределение собственного времени, за того, чтобы установить не просто рабочее время, но и самим контролировать режим деятельности, а в конце концов и публичности, режим публичности. Эти люди идут воевать без этих мыслей. У них нет никакой мысли о времени вообще, что они должны контролировать рабочее время, что они собственное время экзистенциальное каким-то образом. Нет, они идут просто и немедленно из состояния подлога в состояние войны. То есть без экзистенциальной встречи за то, что они, каждый из них поймет,
чем он занимается. Если посмотреть на всякие тоталитарные общества или империалистические общества, в принципе, все войны являются именно такого образа, что в отличие от этих рабочих, которых я упоминал, или вот Ханна Аренд или Негри говорит о времени революции, вот эти все другие войны, они имеют время отчужденное, они переходят из события подложенности или события отчужденности, нет, состояние подложенности и состояние отчужденности, они и события отчуждения вместе с тем, они сразу переходят в некоторую активную фазу без понимания того, что они сами могут творить в собственное время. Там, то есть такого творчества, в принципе, вот, творчество мировидения, творчество мирочувствования, творение некоторых совершенно других взаимосвязи и отношений друг с другом и людьми, таким образом кооперативным накоплением нашего опыта, совместного опыта для улучшения и творения такой жизни, о которой мы мечтаем, вот все это отсутствует в такой войне. Такой идеи в такой войне нет. Есть уже заранее данные истины, и каждая группа заранее уже знает. Заранее знать — это и быть в состоянии подложенности только, или самоподложенности, или кто-то другой подложил. И обучение выхода из этого состояния пытался и пытается до сих пор осмыслить уже совершенно старик Юрген Хабермас. Юрген Хабермас, он прошел очень драматичную жизнь от того, что был в 1945 году взять эти юные нацисты бороться с приближающимися советскими войсками, вплоть до того, что он стал одним из последних великих представителей франкфуртской школы. И его основная идея в том, что вот это все творение не только времени и пространства, и раскрытие бытия, оно должно происходить через коммуникативное действие. И публичное пространство, он, по-моему, понимает как публичность коммуникативного действия. Не просто некоторые открытые аудитории, да, или улицы, или площади, но улицы, в которых происходит наше коммуникативное действие. Вне самого свободного действия пространство не считается публичным и не считается необходимым для политики и для демократии. То есть дополнительным условием является коммуникативность. И вот я вернусь к этому, и я хочу представить вам несколько примеров. Как раз Ольга меня попросила вот это сделать. Я время от времени являюсь или активистом каких-то там гражданских действий, или организатором даже. Организатором я все меньше и меньше хочу быть, а вот участникам довольно часто приходится. Я просто хочу привести некоторые хорошие и плохие примеры борьбы и конфликтов за публичное пространство в Литве. Например, в Литве мне пришлось участвовать в нескольких таких дебатах, которые оканчивались и судами, и долгими процессами. Это кинотеатр в Каунасе Ромува, очень старый кинотеатр Литва в Вильнюсе, и амфитеатр в городе Шюле, в центре города, который приходилось защищать. И вот, например, история с кинотеатром Ромува, чтобы понять. Вот Ромува кинотеатр имеет историческую ценность, он был открыт в 1939 году, в то время еще Литва до 1940 была независима. В самом центре Каунаса это такой стиль того времени, модернистский, он имеет архитектурную также ценность, и в свое время он там участвовал в различных международных кино- и культурных проектах. После 1991 года, как и все в Литве, он был приватизирован не все, потом, поскольку
горисполком решил себе оставить только зал кинотеатра, а ведь все остальное здание, это нам довольно большое здание, было приватизировано, и новые собственники создали акционерное общество, как у них было большинство акций, у городских властей меньшинство акций, и они стали там делать всякие соляриумы вокруг, и там магазинчики, и всякую там обувные, всякие другие, и их была такая политика каким-нибудь образом разорить этот полностью кинотеатр, чтобы окончить его приватизацию, что-то там сделать. И поэтому все время что-то там обманывали, что они будут развивать, опять же, этот, как бы в условии договора было, что они будут развивать киноиндустрию, но показывать кинофильмы и делать фестивали, но они вот как добрые советские люди, они все время какие подлоги делали, то есть как бы они и фильмы все время показывали, но такие фильмы, куда никто не ходил, или вообще их не показывали, но в документах было обозначено, что они показали эти фильмы. Ну, такая обыкновенная темная история. История. И примерно в 2008 году это здание превратилось уже в полупустое, неотапливаемое. Везде оно разрушалось и пришло вот такое разрушение. И вот тогда возникла такая общественная группа, которая называлась «Люди с кофейными лицами». Но на литовском слово «кофе», «кова», и «борьба», «кова» отличается только одной буквой «кофе». И поэтому написать, что «люди с кофейными лицами» звучит очень странно, она как бы люди с борцовскими лицами и вместе с тем с кофейными лицами. И сделали много всяких вот таких липучек, всяких картинок, где изображали богему, которая борется с кофейными лицами за публичное пространство. И там происходило множество всяких петиций, творческих акций, собирались урбанисты, социологи, кинокритики, философы, обсуждали, что тут может быть. Но очень хорошо, что эта группа вместо того, чтобы просто бороться за пространство кинотеатра, они сразу начали развивать визию, что они будут делать. Вот что очень важно, развивать визию, чем мы будем заниматься, или разговаривать, договариваться о наших действиях, это оговаривать наши не только настоящие коммуникативные действия, но и будущие наши активности, да, было довольно странно и тяжело, потому что как только мы начали, я там тоже принимал некоторое участие, разговаривать о будущем, мы еще не победили, но говорить о будущем. Но говорить о будущем очень сложно, потому что люди сразу чуют начинают проявлять жадность, да, что в будущем, а кто будет директором? Я буду директором, и ты будешь директором. Как мы будем распределять доходы? Никаких доходов еще нет и вообще. То есть научиться говорить о будущем, в первую очередь, определенное время оказалось очень тяжело, чтобы создать некоторые визии. Но когда были созданы визии, еще не забрав обратно вот этого кинотеатра, сразу же начался поиск фондов и начался поиск киноактивистов, различных киноактивистов, в первую очередь некоммерческого кино, поскольку в городе, в Каунасе существует множество других кинотеатров, где показывается коммерческое кино, поэтому там сразу было говорено, что нужно включиться в европейские сети некоммерческого кино и через это некоммерческое кино развивать какие-то активности, то есть вместо этого уже сразу оговаривалось, как мы будем творить собственное событие жизни,
И кто в этом из нас будет принимать участие, и почему это должно быть общественным, открытым движением, и только в таком случае вот этот кинотеатр в совершенно другом виде может открыться среди других кинотеатров и существовать достаточно успешно. Вместе с тем, конечно, начались суды с собственниками. Эти суды длились несколько лет. Они достаточно были сложные. И тем не менее, суды были выиграны, поскольку акционеры не держались условий прежних договоров у них за там, определенную сумму денег. Горисполком выкупил их частную собственность. И был сделан кинотеатр вместе с тем, с развитием сети кинокритики и различных рецензентов, включением международные сети некоммерческого кино, а также развитие всяких школ для того, чтобы приобретать навыки кинокритики, киновидения, и даже создаются кинолаборатории, где ученики или студенты пытаются делать собственные короткометражные фильмы, показывать там, то есть это такая огромная лаборатория, где, то есть кинотеатр стал таким местом, куда ходит много-много людей, чего-то там творят, что-то там делают, это такое живое место, хотя оно и не совсем коммерческое. Интересно в этом плане и хорошо получилось то, что в принципе, люди не поняли кинотеатра просто как публичного места, которое нужно защитить, потому что после защиты этого публичного места оно могло остаться бы пустым. Второе, что в принципе самое главное понять, что ты борешься за какие-то события будущие, а не просто за то, за право показывать фильм, а за будущие события, проекты, деятельности, коммуникации, что все это нужно делать вместе. Намного более драматичной ситуацией был с кинотеатром Литва в Литве, в этом Вильнюсе. Он был построен в 1965 году по стандартному проекту, который там выглядит примерно вверху. Такой стандартный проект, который делался во всем Советском Союзе, абсолютно исторически неинтересный кинотеатр. Его можно разрушить, никто ничего не заметит. И в принципе его поставили, но он был в самом центре Вильнюса, в очень хорошем месте. Обыкновенно вот эти скандальные истории происходят только в центре города, никогда борьбы там не переносятся где-то в обочинах. Это самое-самое обыкновенно бывает дорогое место городское. Это кинотеатр Ромова в самом-самом центре Кокаунаса, кинотеатр Летова в самом-самом центре Вильнюса. И в 1991-1992 году его до приватизации еще, он был в собственности города, этот кинотеатр стал центром международных кинофестивалей, также особенно документального кино, короткометражных фильмов. Был такой сделан большой проект международный в рамках Догмы, где появилось много литовских и зарубежных режиссеров, которые делали там специальные такие кинофильмы. Также делались большие фестивали и очень популярные фестивали рекламы. Он вступил в сети Europa Cinemas, а также приобрел там всю современную аппаратуру в 1994 года, но тем не менее в 2002 году город решил почему-то продать вот все это. И его без никакого общественного обсуждения купил сеть, которая вам известна сейчас как Максима, раньше был Вильнюс Прикиба. Вильнюс Прикиба в то время захватывал все Вильнюс, абсолютно все. И ни с кем нигде не считалось и шло как через головы людей. Это очень сильный был такой как бы игрок на этой сцене. И вот они решили взять большое-большое пространство в центре города и построить
коммерческо-жилой комплекс в этом месте, то есть поставить какое-нибудь там восьмиэтажное здание, внизу там будет Максима, и потом дорогие квартиры, офисы, никакого там кино вообще и в принципе не может быть. Сразу вот люди, нашлись люди внизу, это Намеда Гедимина Сурбаны, которые пригласили многих артистов, чтобы они включились в борьбу за это место, просто для того, чтобы сохранить киноактивность и режиссерскую кинолабораторию. И за это они создали, поскольку кинотеатр называется «Литва», то, но она, кинотеатр всегда, поскольку такой кинотеатр печатался в кавычках, «Литва» в кавычках, и возникло движение «Литва без кавычек». Это звучит очень хорошо, как, может быть, «Беларусь» в кавычках, а мы, движение, да, устраиваем «Беларусь без кавычек». Да, это действительно Беларусь. И конечно, для того, а поскольку никто толком не знал, как тут протестовать против очень больших корпораций, это самая большая корпорация, одна из самых больших корпораций в Литве, у каждой корпорации в Литве есть свои конторы адвокатов и вся эта машина судебная служит им, и поэтому было не совсем понятно, как с ними там, каким образом сталкиваться. И вообще о гуманизме в этом плане тоже никто не говорил, потому что все говорили только о публичном пространстве. И, естественно, были созданы лаборатории протеста, которые придумывали всякие акции. Было огромное количество различных пикетов, художественных акций вместе с телевидениями, радио и тому подобное. И казалось, что все очень хорошо. Но, увы, никакого проекта деятельности, то есть публичное пространство в этом плане было понято как здание, как экран, как зал. И в этом в какое-то время вот корпорация, это именно неимение, то, что у протестующих нет четкого проекта развития киноиндустрии, они этим воспользовались. Вот это протестные всякие вот эти флажки там или там логотипы, и потом начался суды. Суды с 2005 года до 2014 примерно годов. Это долгое-долгое время, бесконечное время судов. За это время вот эта корпорация продала другой международной корпорации право на владение вот этим странным кинотеатром. Вторая корпорация «Рубикон» продала третьей корпорации. Третья, четвертая, четвертая, пятая, бесконечно. Все утратили понятие, кто является собственниками и как является. Но адвокаты конторы адвокатов, которым уже заранее каждая корпорация платила большие деньги, она требовала от участников этих акций примерно 300 тысяч евро штрафа наложить. А в некотором время, в одно время у них была даже идея наложить до 2 миллионов евро на наш штраф, чтобы отнять все квартиры у нас, чтобы сгноить в тюрьмах всех тех, которые участвуют в этом протестном движении. А никакого понятия у нас, как там судиться с большими корпорациями, никаких адвокатных контор не было. Поэтому там мы писали уже, особенно Гедиминас и Намеда Урбаней, они писали вот такие приглашения вплоть до евро, комитетов общественных Евросоюзе помочь в этом случае, потому что мы вообще не понимаем, что делать, а денег у нас таких нет, и вообще мы не понимаем, в чем наша вина. Но тем не менее, поскольку не было особенных идей, которые бы вместе с муниципалитетом, людьми, там, политиками можно было развить, это все кинотеатр превратился в такой бомжатник. За это время все было разрушено, абсолютно, все долбы, все звуковые там и аппаратуры были проданы, украдены, сломлены, весь зал был разрушен
местные бомжи прорыли туда туннели, чтобы ночью можно было бы ночевать. Там место стало пьянок и наркоманов, это довольно. И вот внизу предпоследнее состояние, вот так, такое уже оно выглядит, это все здание. Никто не выиграл, и никто как бы не проиграл. В конце концов, вот эти все корпорации утратили интерес бороться и судиться, пошли на то, чтобы договариваться и делать совместный проект. Они решили все-таки оставить здесь, вместе с горисполкомом, чтобы здесь стоял огромный новый киноцентр со всеми библиотеками, там, лабораториями обучения или эдукации, с различными формами активизма, допустили бы. И вот уже конкурс прошел, просто я не знаю точно, который из проектов выиграл, но все эти новые проекты включали именно то, что было бы развито новый темп, новые движения, новое видение. И сейчас хочу я вернуться немножко к проблеме гуманизма и как в этом постсоветском пространстве его можно понять и вообще что понимается под этим. Хайдеггер в письме о гуманизме, он оговаривает такую вещь, что человечный человек отличается от животного человека, homo animalis, или человека варварского, homo barbarus, тем, что он возвышает собственный дух своей мыслью и своим опытом. То есть он тот человек, который может цитировать Петрарку или Данте, тот, который получает удовольствие от красивого слога, тот, который полон знания тайн куртуазной любви и может вести красивый флирт, тот, который творит нечто и творит новое пространство мысли, он и является человечным человеком. И человечный человек не относится ни к категориям идеологии, что вы следуете какой-то идеологии, и тем более он не относится к тому, что у вас есть плоские ногти на ногах, и чем вы отличаетесь от курицы. Но человек имеет, вот, как я говорил, он приобретает свою человечность через работу мысли или через опыт мысли. Но этим Хайдеггер и ограничивался, не оговаривая коммуникационного и совместного опыта. И что это, он говорит, что этот опыт является опытом творения нашего личного времени, но тем не менее не говорит, что этот опыт творения нашего личного времени является публичным и кооперативным. И люди, которые об этом никогда тоже не говорили, приходят на события своей жизни, например, для меня все вот эти Ромова или амфитеатр, там Щевле или Летва кинотеатр, и похожие вещи там в 90-е годы, 91-е, какие только я там акции не устраивался, однажды защищал вместе в Питере с богемой, хипстерами, Англитер против разрушения, его решила тогда ленинградская власть перестроить, правда, продали кому-то, мы не разрешали подъехать тракторам, потому что мы защищали место гибели Есенина. И для нас это было, кажется, глупо, но это были события жизни. Но понятие о том, что эти события жизни есть время твоей жизни, что таким образом ты творишь свое время, никакого такого понимания не было у нас, что мы таким вот образом творим время. Время для нас текло само собой, а события жизни шли отдельно. И тем более не было понимания, что в этом должна присутствовать работа, общая наша работа мыслью, что мы не просто тупо защищаем какое-то пространство, но вместе с тем мы прорабатываем некоторую визию, как советы, да, этих безбольшевиков, прорабатывают некоторую визию
вот этого завода или публичного пространства или кинотеатра. То есть мы договариваемся совместно, как все это будет действовать и как все это во времени изложится, через какие действия, через какие активности и какие ритмы все это будет работать, через какие взаимоотношения. То есть только тогда, когда ты понимаешь вот всю совместность и совместное творчество мысли и активности в этом публичном пространстве, это публичное событие происходит, и оно происходит не как разрушение кинотеатра этого, а как созидание некоторого вот нового пространства с новыми событиями. Долгое время, в начале 2000-х, опыта такого, что мы должны вместе с тем творить мысль и коммуникационный опыт через развитие деятельности, у нас не было никакого. И мы шли голыми руками защищать публичное пространство, не имея никакого понимания, что мы будем делать с этими публичными пространствами после. Просто вот видим, одни захватывают, да, так мы не дадим захватывать. Вот они хотят построить там коммерческие здания, они, мы чувствуем, что что-то там происходит неладное. Но наша человечность еще такая неразвитая, что мы не в состоянии предложить ничего такого, чтобы после победы, если победить в этой борьбе и в этом конфликте, что после победы это место, это пространство и событие будет действительно живое, и мы в нем сможем жить вместе. Спасибо. Спасибо. Да, действительно, такой другой разворот, чем то, что мы обсуждали в Минске. Я вот не вопрос такой небольшой хотела сделать комментарий, думая, да, о том, что мы в Беларуси переживаем. Вот эта идея подложной жизни мне показалась очень знакомой. Не только это касается того, что мы там на выборы ходим, которые ничего не значат, но это как бы повсеместно, да, нас все не устраивает, структуры какие-то жизни старые, это законсервированное время, то есть ощущение консервированного времени, наверное, мы тоже все переживаем, непонятно, что с этим делать, вот, и, конечно, очень интересно, может быть, совместно обсудить, вот, да, что мы можем делать, да. Это такой один вопрос. А второй вопрос, мне понравилась еще идея насчет вот подхода к гуманизму через мысль, которая разворачивается в публичном пространстве, через действия, через совместные действия. Не знаю, я уже давно не преподаю в белорусских вузах, но много читаю, например, пресс-релизы к выставкам современного искусства, и меня поражает, насколько там пишут много и постоянно до сих пор о величии человека, его внутреннем мире. Но это не о красоте, о гармонии, но это не имеет никакого отношения к той версии гуманизма, которую мы обсуждали, и которая заключается в том, что, ну, вообще-то человек должен, ну, как бы не может не присутствовать в публичном пространстве, не разворачиваться там, не реализовываться в нем. У нас до сих пор, ну, не знаю, как ваше ощущение, но я все время сталкиваюсь, что мы, вот нас запихивают, да, эти дискурсы, эти слова, вот в этот, ну, в какой-то внутренний мир, который, ну, я не знаю, какая-то клетка, да, и эта клетка, наверное, сопряжена и с этим подлогом, и с организацией времени, это застывшее время, вот, ну, как из нее выбраться, да, нужно ли по-другому думать, да, по-другому думать о человеке, действительно думать об устройстве публичных пространств, о совместных действиях. Вот как нам действительно действовать разными путями, да, всеми этими путями, или все-таки есть какие-то проводники? В связи с этим у меня возник вопрос, а вот что, например, в позднесоветское время в Литве такое было? Может быть, с Белоруссией можно сравнивать, что стало предпосылками к тому, что вот там философы, интеллектуалы, просто активные граждане стали потом в публичное пространство выходить? Можно ли какие-то параллели провести? Первое было сложно, обнаружить публичное пространство, это целый анекдот.
когда начали мы защищать публичное пространство, у нас не было самих слов «публичное пространство». Значит, мы их еще искали, обнаружили, что есть такие слова «публичное пространство». Мы стали их использовать. Тогда мы попытались сослаться на право. Были уверены, что мы просто сами глупцы, а умные люди давным-давно что-то там в законах написали о публичных пространствах и их защите. И начали рыться в этих законах. И обнаружили, что в литовских законах только два раза упоминается публичное пространство в отношении кладбищ. И мест озеленения, то есть озеленение или цветы сажаются в публичных пространствах. И там по поводу похоронное дело тоже развивается в публичном пространстве. Больше никаких упоминаний не было, и мы не могли сослаться ни на один закон. Не было ничего, и поэтому... одним из дел, которым мы занялись через адвокаты, это законотворчество, чтобы включить и предлагали через СИМ включить суды в различные места понятие вот этого публичного пространства. И это оказалось чрезвычайно сложным, потому что наши депутаты еще хуже понимали, что такое публичное пространство, нежели мы, которые столкнулись с тем, что самого понятия публичного пространства отсутствует. Но когда мы наконец приобрели понятие публичного пространства, это оказалось достаточно пустым понятием публичного пространства, поскольку у нас еще не было понятия публичного события. И только в прошлом и в этом году мы стали обсуждать публичного времени. Поскольку, чтобы понять публичное событие, нам нужно понятие публичного времени. Публичное время уже не для законодателей. Это для нас, чтобы понять друг другу и описать. И это очень, очень просто появился, когда мы стали делать проекты для различных публичных пространств, например, кинотеатров, театров, или там площадей для улиц, или каких-то других институций. Вот когда мы стали делать публичные вот эти проекты, сразу профессионалы, которые делают тоже проект, они говорят: давайте распишите ваши деятельности по времени. И вот это требование, обыкновенное требование, показать все ваши деятельности на 3 года вперед, да, во времени, да, и как они накладываются друг друга на времени, нас навело на мысль, что каким-то образом это публичное пространство проявляется через публичность времени, которое мы каким-то образом не так понимаем, как нам нужно было бы понимать. Потому что это время, все время событий. А если мы, например, делаем время не событий, а делаем подлог, то ничего в этом публичном пространстве не происходит, и оно умирает за эти 3 года. Потому что никакого подлога не может быть. Почему? Потому что в это пространство никто не будет ходить, если ты там обманываешься. Ты говоришь, что покажу хороший фильм, а ты вообще его там не показываешь, да? Или что-нибудь там показываешь, какую-то ерунду, или что-то там всех обманываешь постоянно. То есть никакого подлога не может быть. Событие должно быть действительно. И тогда мы стали использовать такую лексику философии политической критики постструктурализма, которая обозначает пространство и время не через понятие ассамбляжа. Ассамбляж, который вот используется в искусстве. Что наш мир постоянно ассамбляжен. Ассамбляжен, в который различные инородные процессы сталкиваются в каком-то месте и в каком-то пространстве. Мы вот должны вот это пространство творить как некий ассамбляж. Ассамбляж времени, ассамбляж пространства и ассамбляж нашей коммуникации. И только в таком понимании оно начинает вот это... институция развертывается как общественная институция.
Я ведь говорю об общественных вещах, не о приватной собственности, не о миновой стоимости, не о эквивалентной стоимости обмена, а именно о той стоимости, которую мы воспринимаем как потребительскую или и более того, как экзистенциальную. Но это я уже слишком далеко в стоимости ушел. Угу, хорошо. Какие у вас есть вопросы, идеи, может быть, можно обсудить? Да, или визии, свои опыты. Да. Свои опыты. Угу. Интересно. Ну, как вы считаете, homo humanus это является новым этапом эволюции человека или общества, или это просто вот отросток в сторону, который всерьез не повлияет на все общество, и обычные потребительские, капиталистические стремления, как более, может быть, жизнеспособные, сомнут, уничтожат это стремление? Или оно все-таки как наиболее яркий росток вырвется? Ну, во-первых, вот это само понятие homo humanus тоже не является уж таким хорошим. Я его тут хвалил во многом, но я его хвалю не столько за то, что вот некоторые идеологи говорят, что человек должен учиться на красоте и всяких других идеологических рассказах. Вчера я как раз пытался показать, что homo humanus у многих развивается через коварство и подлость, а не через красоту. Но просто о чем я сейчас хочу сказать, что те, которые говорят о homo humanus, они ведь, например, в римской эпохе, они пытаются выделиться через свою стиль, через свою эрудицию in bono artes, в красивых искусствах, литературе, выделиться среди того, что они называют деревенским, рабским или крепостническим. Вот этом в мире крепостничество или рабство должны появиться некоторые вот острова человечности, которые потом будут распространяться так как боярский миссионизм, который в Речи Посполитой был свойственен, особенно что вот бояре творят некоторые вот замок, и из этого замка цивилизация распространяется вокруг. Идеология вот этого человечного человека, это, конечно, идеология арете, аристократа, боярина. Вот этот боярин через собственную ученость и достоинство, поэтому он употребляет слова красоты и долго распространяет человечность вокруг себя. В Литве сейчас появилось общество новых собственников в замках и дворцов. И они вот, и я узнал недавно, один вот такой на окраине Литвы приобрел огромный дворец. Они там восстановили, вложились там миллионы, и они решили устраивать симфонические там концерты. А поскольку люди не ходят, местные, деревенские, на симфонические, они угрожают уволить всех, кто не будут ходить на симфонические оркестры. И они действительно поступают так, как в фильмах поступают у меня вот эти боярине по отношению к своим крепостным. Их всех загоняют слушать там Моцарта или чего-нибудь другого. И вот они там таким образом распространяют собственную человечность. Но этот человечный человек, он среди боярин, ровно как и у Макиавелли и других, никогда не обозначался как добрый человек. Человечный человек не является добрым. Человечный человек может быть вообще подлым, потому что человечность понимается именно как содержание мысли или содержание культуры. И эту культуру можно навязать у человечного человека через жестокий какой-нибудь опыт, или через самую большую жестокость, через какие-то режимы власти. Поэтому человечный человек
долгое время, вплоть до Второй мировой войны, вот этот гуманизм развивается вне понятия публичности и вне понятия нашей кооперативности. Поэтому каждый идеологический режим сам придумывает, как выглядит вот этот высокий человечный человек, а не то, что мы сами кооперативно договариваемся, каким образом можно управлять своим временем и творить собственное время, через которое появляется человечный человек. Поэтому после Второй мировой войны и говорится о кризисе гуманизма, не о том, чтобы развивать гуманизм, о том, что мы пришли к большому кризису гуманизма. Поскольку как только мы начинаем развивать гуманизм, у нас появляется Освенцим или ГУЛАГ. Или мы едем в Аушвиц, или нас ссылают на Колыму. Потому что у нас есть заранее знание, как выглядит человечный, высокий человечный человек. А не в том, что мы сами можем творить собственное время жизни и собственные события жизни, и что такие попытки уже были, и что нам нужно это говорить, и как мы можем это сделать в публичных пространствах, в публичном времени, в публичном событии. Поэтому скорее я критикую, и речь идет... Так это принуждение к Моцарту опасно? И принуждение к Моцарту ужасно, не просто опасно. И вот я недавно смотрел, как, и вы, наверное, могли смотреть не раз, как в Северной Корее дети, там девочки и мальчики 5 лет, играют на гитарах самые сложнейшие партитуры. Какой ужас они должны были претерпеть перед этим, что они могут выйти на сцену и семером играть так, как играют большие оркестры в Нью-Йорке взрослых людей. Значит, их таким образом пытали и дрессировали, что пройдя этот весь ужас детства, никогда не видя детства, они наконец их вытащили на сцену, и они сыграли самую человечную музыку. И человек, этот человечный человек в идеологии ужасен, потому что из этого получаются какие-то очень страшные вещи. Но ведь Сартр, как бы позже Гиндебор в своей мечте о человечном человеке повлияли очень серьезно не только на свое там французское, европейское общество, но и на весь мир. И их демократические стремления узаконились, конечно, во многом очень... когда перевернулись ног на голову общество спектакля и узаконились даже спектакль, да, да, в форме, да, спектакля, в форме подлога, да, да, даже, да, в западных, да, демократиях, да, да, но в какой-то момент качественный рывок произошел в западном обществе, да, благодаря философам. Вот, да, есть ли какие-то идеи в данный момент в мире, в которые сделают еще один качественный рывок, вот этот откат обратно к империалистическим войнам, к войнам за ресурсы, к обращению к низменным инстинктам и низменным позывам обычных людей, спекуляции на этих чувствах обычных людей каким-то образом пресекут, и опять, ну, человечество вернется к новому гуманистическому развитию. Ну, естественно, таких движений много есть, я не буду всех их рекламировать, вам самим нужно их выбрать. Например, недавно я встречался с такими людьми, которые думают примерно как я, но из Балкан. Мы договаривались о такой странной вещи, как можно меньше говорить о тех философах, хотя приходится, когда едешь, и сегодня я нарушил это правило множество раз, говорит о тех мыслителях, которых не рекламируют, то есть говорит о тех мыслителях, в первую очередь, которых не рекламируют большие университеты и не рекламируют большие библиотеки, поскольку они заинтересованы рекламировать тех, которых легче всего продать. Например, Мишель Фуко, уж какой свободный кажется человек, но давным-давно стал товаром. И товаром он стал таким товаром, что люди, которые читают Мишеля Фуко,
становятся похожими друг на друга во всем мире, и они теряют лица. Нет ничего страшнее фукуистов, которые вот везде они одинаковые, да, или хайдеггеристов везде, где они одинаковые, поскольку никакого собственного опыта жизни у них нету, и жизнь не может прорваться сквозь заборы, составленные из имен великих философов. А почему жизнь в наше сердце не врывается? Потому что мы за колючей проволокой, составленной из Хайдеггера, Фуко и Ханны Аренд. И сегодня я, увы, тоже... Ты прорвался все-таки с печатью. Не, ну отвечая на ваш вопрос, мне кажется, вот этот проект совместных действий в публичном пространстве, с коммуникацией, с визией, это тоже... Ну да, но это в принципе, тоже анархизм по Гидегору, по сути. Это Гидегор. Ломайте асфальт от Гидегор. Ну а как же визии? И все-таки нужно видеть... На годы вперед, мне кажется, что дальше скоро. Я чуть-чуть не о том говорил, что они в то время завладели умами не только богемы, не только людей, которые участвовали в этих акциях, но и смогли в политическую плоскость перевести и как-то дать этому институциализацию. И вот если такие успешные... ориентиры в современном мире, на которые можно было бы... Но то, что я сегодня делаю, это называется и философия, и искусствоведение трансгрессии. Трансгрессия — это значит, ты преодолеваешь, видя другим какие-то границы. Граница должна быть видна. Граница — это и есть проволока, составленного из Хайдеггера и других имен. Вот это граница. И эту границу ты должен преодолеть. То есть сделать некоторую трансгрессию. Когда ты делаешь трансгрессию, можно ощутить, делаешь ты или не делаешь. Например, если иду и читаю похожую лекцию среди хайдеггерианцев, они начинают кричать на меня, что я нарушаю правила и действую не по правилам, что так Хайдеггер не говорил. Значит, трансгрессия происходит правильно. Ну, это философский троцкизм, да, есть только догмы, есть то, что сказал великий учитель, и все на это. Может быть, другие вопросы, или лучше комментарии, мне с удовольствием бы лучше комментариев послушал до ваших и других мнений, совершенно не похожих и не согласных со мной. Комментарий в центре Витебска был такой же кинотеатр, Беларусь, опять же, как Раклетова. Беларусь в центре Витебска, к сожалению, никакой инициативы, когда он был запрошен, не осталось. Да, и как раз сделали торговый центр, построили просто рынок, причем такой примитивный, даже ни разу не Акрополис. Это вот судьба бы таких мест, когда нет публичности. В Литве таких ужасных примеров полно, когда какие-то вот не слишком умные предприниматели покупают кинотеатр, не знают, чем заняться, начинают торговать там коврами, потом пускают, там, ремонтировать автомобили, потом вообще запускают. И потом это здание разваленное стоит годами, никому не нужное. А общественность вообще никогда не ходит никакие некоммерческие кино. Дело в том, вот когда кинотеатр Литва начался вот этот конфликт, я проговорил, сделал такой один доклад о времени утраты способностей. То есть вот здесь, говорю, рядом с кинотеатром сейчас очень много такой богемы, творческих людей, у которых навыки смотреть некоммерческое кино. Навыки смотреть, то есть привозят кино, которое сложное. Например, Александра Германа, он «Трудно быть богом», он создавался, видимо, чтобы быть коммерческим, но попал сразу в некоммерческий. И, то есть такие фильмы, которые со стороны взгляда искусствоведа являются высоким искусством, но зритель никогда не пойдет его смотреть. И вот это некое, а может быть, экспериментальное кино, которое даже непонятно для искусствоведа, это высокое кино или вообще его выкинуть надо куда-нибудь.
Вот. И такие фильмы, они провоцируют мысль, позволяют развиваться художникам, вдохновляют новых режиссеров. Они чрезвычайно важны для творческого элита и для богемы. Но для того, чтобы смотреть такие фильмы, нужны некоторые группы людей, которые будут общаться по поводу, например, Германа, да, по поводу его сцен, которые будут пересматривать, обсуждать в каком-то кафе. То есть нужны навыки, навыки видения и навыки обсуждения. И эти навыки видения и обсуждения утрачиваются. Об этом и был доклад у меня, я гадал. Вот закрывает кинотеатр Литва, за какое время утратится, например, способность публично смотреть некоммерческий документальный фильм. Вот я и прикидывал, что примерно за 2 года, ну примерно за 2,5, за 3 года утратилось. То есть люди перестали ходить. Раньше собиралось 200-300 людей на сеанс некоммерческое документальное кино. А после этого, когда кто-нибудь там пытается в фестивале, приходит 20-30-15. То есть резкий спад способности и навыка смотреть этот фильм. То есть уровень цивилизации среди людей упал резко. Они в состоянии только смотреть тот же самый «Терминатор», который смотрят все в мире. Какой-нибудь тупой, тот же самый фильм, который ты можешь посмотреть что в Витебске, что в Минске, что в Киеве, что в Вильнюсе, что в Москве, одно и то же будет. Разницы никакой. А вот навыки посмотреть собственный фильм, который, например, кто-нибудь создает в Витебске, да, и кто-нибудь попытается показать, и что мы с удовольствием пойдем на своего друга фильм, да, который никогда никакого коммерческого успеха не будет, вот этот навык утрачен, это очень важно. Спросить, я, возможно, пропустила по ходу лекции, но несколько раз начала определение гуманистичный человек. Но что тогда есть гуманистичное общество и вообще, если такое понятие, и может ли оно существовать? Гуманистичный человек – это тот человек, который следует некоторым высоким категориям, категориям духа. А дух может определяться, духовность определяться через философию, идеологию, литературу и тому подобное. И тогда гуманистичный человек выглядит или как очень образованный в чем-то, в каких-то искусствах или науках. Он выглядит гуманистичный человек, тот, который следует каким-то правилам. Например, гуманистичный человек, тот, который много зарабатывает и через телевидение, и жертвует каким-то вот там преследуем и может относиться к ним с таким чувством. То есть он может заняться филантропной деятельностью, будь более гуманистичен. Более гуманистичен, значит, можешь ли ты пожертвовать какую-то сумму на общественные дела. Но дело в том, что вот такая гуманистичность, как я уже говорил, не имеет ничего общего с публичными пространствами нашей активности творения времени. Поэтому кризис гуманистичности, он очень важный для того, чтобы понять, что мы сами можем творить собственное время. В принципе, тогда можно, конечно, в конце спросить, а вот тот человек, о котором я уже говорю, активист, да, современный активист, креативный активист, вот креативный активист является ли гуманистом? Вот, оставлю этот вопрос. У меня нет ответа. Я не знаю, является ли он гуманистом. Пожалуйста. В первой части лекции вот, рассмотрели историю вопроса, каким образом произошла вот эта вот подмена, подлог и консервация пространства, понятия времени вот, именно в советском пространстве, потому что ну, мы в нем находимся, и можно сказать, что в истории это самый продуктивный пример консервации, ну, один из самых продуктивных, и по времени самый длительный. Но если так оторваться именно от советского опыта, то мы эту проблему можем наблюдать во всем мире. И то есть именно если стоит вопрос о развитии общества, именно
гуманизма. Посмотрим на успешные примеры и можем увидеть прямую зависимость от экономического благосостояния страны. То есть, если в стране с финансами, то есть получше, то и возможностей для культурного развития получается больше, потому что ну, если активист, креативный гуманист, у него есть возможность там рискнуть и организовать какой-то маленький свой кинотеатр, и то есть как-то и при этом выживать, то получается культурных возможностей получается больше. Вопрос, к которому я веду. Мы все, конечно, надеемся, что в Беларуси в ближайшем будущем экономическая ситуация улучшится, но поскольку... С чего бы это? То есть я к чему веду? У человека, который стремится к гуманизму, к культурному развитию, у него есть отторжение от тех культурных мероприятий, которые, например, проводят ему государство, потому что он чувствует подлог, он не любит ходить на митинги 1 мая и так далее. Зато очень ищущему, любопытному уму интересно сходить на закрытый кинопоказ, да, то есть искать возможности правдивые, без подлога. Но вот как человек, который именно в Витебске, я сейчас имею возможность наблюдать за интересными процессами, как самостоятельно организуются культурные мероприятия, и очень часто, в большинстве случаев, приходится идти навстречу с государством. И то есть, по какому формату это проходит? Молодые люди своими силами организуют мероприятие, государство ставит галочку и то есть, проводит его от своего имени. Не надо... пусть себе ставят галочки. Да, пусть себе ставят. Просто я о чем говорю, поскольку в ближайшее время у нас... Вот сейчас у нас свободное событие, и пусть себе ставят кто-нибудь галочку. Жалко, что ли? Не жалко, но... Если все-таки одна из целей как-то культурного просвещения, да, то есть все-таки какая-то независимость от системности, то есть стоит ли идти активистам навстречу по таким мероприятиям, навстречу к государству, к этому аппарату, который обычно... Только хотите окончательного ответа, я не хочу сделать окончательный ответ. Сошлюсь на свой пример и пример моих друзей, как мы поступаем. Во-первых, сейчас мы организуем такую вещь, бороться против монокультур. Монокультура – это борьба против монокультур, в первую очередь против глобализации. Но монокультура, например, звезда мировая, да, какой-нибудь очень хороший актер, как, например, там Джонни Депп или ну, кто-нибудь очень такой всемирно известная голливудная звезда, то эта всемирно известная голливудная звезда, он создает монокультуру, как, например, кукурузные поля, да, везде хорошая кукуруза, да, но на тысячи километров только кукуруза. Это называется монокультурой. А тут хороший, очень хороший актер, да, мировой, самый лучший, но на миллионы, на десятки тысяч километров он один. Но это как очень хорошая кукуруза, но на сотни километров. Это называется монокультура. Но монокультура не только в агропромышленности, да, монокультура и в той сфере в искусстве существует. Монокультура. Все читают. Вот что такое? Микеланджело – это монокультура. Он стал что вы делаете? Да. Переводим сначала, чтобы понять, что такое монокультура еще. Вообще никогда не стараться избежать монокультуры. Но в шутку мы это переводим, не употребляя ничего империалистического и монополии. Например, я и мои друзья стараемся не пить империалистического пива. Или монопольного, не пить монопольной водки. Это очень сложно. Это как бы... Государственное тоже сюда относится. Да, да. Я уже в курсе. Да, да, это относится. Это постоянно у меня из-за этого в жизни каждый день возникает проблема. Особенно в Беларуси сложно. Каждый день из-за этого. Во-первых,
два типа проблем. Выяснить, кто это производит и кто собственный перед тем, чтобы пить. А второе, головная боль после этого, потому что эти мелкие производители очень часто делают плохие вещи. Это вечно приходится жертвовать собственной жизнью ради идеала общества. Но для тебя, по-моему, целая куча мелких... Вот этом, это хорошо, да. И, например, в Бельгии тоже хорошо, и в Германии хорошо. А, например, когда уезжаешь, например, уже куда-нибудь в сторонку, и там все радуются Будвайзером, которого нельзя пить, то ты попадаешь уже вот некий заколдованный круг, потому что или ты должен от всего в жизни отказаться, или подчиниться законам империализма. Ну, вопрос был там о сотрудничестве, взаимодействии с государством. Да, а с государством тоже самое, то в принципе нужно, вот, опять же мое мнение, чтобы каждый мог развивать собственное время, да, и экзистенциальное время, нужно, чтобы развивалось мелкое и среднее производство, в котором вот эти события различные, да, и обмены, происходит чаще, нежели в больших корпоративных заводах. Но для того, чтобы развивалось среднее и мелкое производство, нужно очень-очень много сделать в государстве. И это очень-очень сложно, оказывается. Но дело в том, что когда люди начинают понимать, что мелкое и среднее производство – основа нашего мира, тогда начинает исчезать или подложенная работа, когда работы вообще в заводе нет, но все имитируют, что работают там. Это раз. Или безработица исчезает, потому что человеку говорят, вместо того, чтобы ты шлялся безработным, придумай сам себе деятельность, которая была бы интересна и кому-нибудь важна в этом мире. Чем ты будешь заниматься? Вот иди и улыбайся, можешь распространить вот такую услугу. Я прекрасно улыбаюсь на всех общественных мероприятиях. Можете меня вот 8 там, евро 2 часа, да, я приду и буду прекрасно вам улыбаться. Вам всем станет легче и добрее. Да? Вот вам придумал новый бизнес. По поводу микросообщества, субкультуры, это тоже такое? Поскольку тогда в таком случае начинает возникать множество различных непохожих образов жизни. Но да, в таком плане, вот я рассказывал вчера, и для этого уже не буду рассказывать, я даже на Майдане сумел, я приехал поддержать Майдан, но сумел поссориться с местными партиями, потому что они призывали к единству, а я призывал в то время к разнообразию и непохожести. Я говорю, вот будем разнообразными и непохожими, будет приятно с вами общаться. Ну, будет в публичном пространстве, да, взаимодействовать. Да, да, да. Естественно, да, естественно, как различные образы жизни взаимодействуют. Если вот, например, вы идете по улице, одна улица, там, на одной улице там ресторан аюрведы, в другой кришнаитов, а третьей белорусской кухни, но каждая из них не похожая, да, со своей. И каждый достаточно глубокий, это намного лучше, чем везде будет стоять империалистические кофейни, да, и одно и то же пища на всех, и везде то же самое. Ответил, Гитас, на ваш вопрос? Да, я потом в записи еще посмотрю. Вы говорили о том, что в последнее время активно сотрудничаете с балканскими мыслителями. И, может быть, у них есть какие-то примеры практические, там, вот не биоразнообразие, а да, человеческого разнообразия, вот это не похоже. Я не скажу, что у них там, особенно есть там такой, например, во-первых, почему Балканы? Там я обнаружил такую школу, которая мне показалась философская школа, называлась Праксис школа, которая существовала до середины
70-х годов, там Гайо Петрович и другие вот такие последники, гильянцы, западные марксисты, но западного типа марксисты не очень много писали, например, тот же самый Гайо Петрович, очень похожих вещей на Ханну Аренд или Антония Негри, и мне вот, вот они были последователями Герберта Маркузе, и их потом Прострита разогнал, и уже они там разъехались по всему миру и сотрудничали, тем не менее какая-то основа в этом плане существовала. И центром был, одним из центров был не Белград, а Загреб. Я съездил в Загреб, и в Загребе обнаружил, там есть такой очень хороший кино, искусство и философии фестиваль, который называется Subversive Festival, куда там съезжаются все такие вот мыслители, о которых я сегодня упомянул, со всего мира, и они там делают такой большой симпозиум. Я на дни из них съездил, посмотрел, мне показалось очень интересно и познакомился, чем там занимается. Конечно, там дух Жижикова издевеет. Но вот и мне показалось, что вот этим они интересны, и я пригласил несколько из них приехать ко мне вот в Каунас, почитать какие-то лекции, пообщаться. И вот они там тусовались и не знали, чем заняться. И я им сказал, сходите в музей Чурлёниса, о котором они не слышали, но они звезды мировые, никогда не слышали в местном. Они там упирались, что они там местные музеи не хотят никак ходить, там мне нечем было заняться с ними, я их там, да, всячески пихал, чтобы они садились в этот музей, оставили меня в покое хоть на несколько часов, и они туда сходили. И они вышли оттуда революционно поднятыми головами. Я думаю, что там произошло с ними? Там они сказали, вот мировой империализм спрятал от нас Чурлёнис, и мы его не знали. И вот это еще раз подтвердило то, что мы 100 раз говорили, что British Museum – это гады-империалисты, которые прячут от нас хороших художников и показывают нам одно и то же этой монокультуры. А Чурлёнис для них является доказательством, что в мире полно гениев, которых империалисты спрятали от нас. И вот они наконец его обнаружили и наконец утвердили в своих мыслях, что нужно выступать так, как вот. Пускай приедут, посмотрят на Эзе под Раздовичем. Да, я хотела еще сказать, у нас вот в рамках европейского кафе из Белграда приезжал теоретик Ян Буянович, которая как раз тоже занимается такой арт-платформой, она создает, и они там и театральные критики, ну, она перформативными искусствами занимается, вот в лекции она описывает, и теоретически тоже там с собором на Ханну Аренд, и что они практически делают. Вот один из таких активистов опыт. Того, что я рассказываю, является Йосип Занки, он является директором современного центра искусства в Загребе. А вот не упоминался как практика попытка построить город будущего или там город утопию Кустурицы. Пример Кустурицы там. Это, наверное, не реалистический режиссер. Кустурица очень относится на в эти критические круги, и Балкан очень критический Кустурица. Продавал Балкан. Да, что человек, который разъезжает и продает Балкан. Ага. Так что отношение к нему совсем-совсем неоднозначное. Ну, вот он-то себя считает левым, и, правда, почему-то Лукашенко, да, нашего тоже посчитал левым и антиимпериалистом. Ну, и... ну хорошо, тогда спасибо большое. Спасибо. Это было очень интересно.